Телерадиокомпания «Губерния» наградила победителей конкурса «Моя мама лучше всех». Лучших из более чем 60 работ выбрали народным голосованием. Самому младшему участнику всего 2,5 года. Впрочем, шанс выиграть и другие призы есть. Когда еще можно попытать удачу, расскажем в сюжете. Блондинки-брюнетки с кошкой на окошке или со скалкой в руках, но непременно с улыбкой на лице. Работы участников конкурса «Моя мама лучше всех». Разные по технике исполнения – это фото, рисунки, аппликации, но одинаково искренние и трогательные. Всего в редакцию телерадиокомпании пришло больше 60 портретов. Победителей определило народное голосование и редакционное жюри. Одним из них стала София Рязанова. Как признается сама девочка, она художник опытный. Это моя мама. Я думала, что она на природе под закатом. Я где-то в месяц рисую, наверное, по 10 таких рисунков. За выбор конкурса отвечает вся семья. Бабушка следит за объявлениями на телеканале «Губерния», мама за постами в социальных сетях. Вообще интересно все узнать о нашей губернии, о нашем городе. Очень много информации интересной. Узнает у нас мама, следит за этими вот конкурсами. Она смотрит, если что-то где-то проходит. Еще один победитель – Алина Вафина. Ее работу как раз определила редакционное жюри. Тот случай, когда фото передает самые искренние эмоции. Инициатором участия в конкурсе стала мама. Его нашла мама в вашей группе ВКонтакте, и нам просто захотелось поучаствовать в нем. Она очень добрая, красивая, милая. Для меня она самая лучшая. Специальными призами были отмечены также авторы лучших рассказов о маме. Телерадиокомпания «Губерния» регулярно проводит конкурсы. Спешите участвовать в новом году, и, может быть, именно к вам домой приедет настоящее чудо. До 23 декабря записывайте видеоприглашение Деду Морозу и отправляйте на почту конкурс@губерниятв.ру. Дарья Фельбуш, Сергей Павлов, Новости Губернии.